Лерок, ну что ты, пришел? Ты будешь сидеть так, скромняга, да? Иди. Че, он к вам пришел же, Серёж? Ну иди, иди. Я ему тут помеха. Че будете делать? Ну, поливать будем, обрезать. Ну, я же с ним, че он вам помогает же? Шланги ну, таскает, конечно. Да? Пошли поливать, Лерик. Лерик. Ты шланги таскаешь, что там еще? Следит, да? Выключает воду. Ну, перекидывает каждые полчаса. А, перебрасывает шланг, да? Ну, видишь, вы его выдрессировали. И теперь умный пес такой для полива. Иди, Лерик. Пошли, Лерик. Лерик, пойдем. Пошли. Иди, иди. Вот, Лерок, видишь, к делу его приучили. Эти спят пока. Сейчас рано, 6 часов утра, эти еще спят, барбосы, пойду погляжу, где они там спят, а Лирик уже в деле. Лирик уже пошел, а эти прижибоки где-то лежат, спят, ждут особого приглашения, уже и дети пришли гулять. А где же они тут? Эй! Вы где? Марсик! Марсик! А ты что под машиной делаешь? А где Жорик? Вон, Лирик уже сходил. Нарвал огурцов. Лерок уже пришел из сада. А вы что? Где ты ж дел, Жорика? Куда он пропал? Идите, гуляйте, быстрее. Давай, вперед, с песней. Все, Лерок, ты же раскупался, все, теперь будешь тут отдыхать. Они посменно ходят. Вторая смена, вперед, сад. Быстро. Давай, другана зови. Ага, понюхай. Нет, не колбаса. А что, говорит, раньше с Москвы какая колбаса в Ярославле ходила? Зеленая такая, длинная. А? Знаешь, как эта колбаса называлась? Электричка за колбасой ездила. Говорит, зеленая такая, длинная, колбасой пахнет. Что такое? Электричка из Ярославля в Москву. Вот такая же зеленая. Ну. Славные огурчики. И ты тоже огурчик, да? Где твой друг Жорик? О, здрасте. Где ты был? Уже Лирик сходил, скупался. Уже там дети играют в саду. Бегом, вторая смена. Ну-ка, пошли. Пошли, а то мне на работу надо бежать, а я тут с вами выгоняю. Быстрее. Шуруйте. Бегом в сад. Все, все. Я вам темп задам, а со мной зад верну. Быстро. Идите. Ну что вы только со мной, что ли? Вот лентяи. Надо темп задавать. Все, бегом. Я с вами не пойду, мне на работу надо. Все. Вот как гусей выгоняют пастись там. Хрюшек, козочек. Вот и этих я тоже. Каждое утро выгоняю, каждый день. Там сейчас дети гуляют. И они будут играть. Сегодня у нас почти пятница. Марсик, я показал место, с которого ты будешь стартовать. Что тебе все время в этом кусту интересует? Опять ты сюда пришел? Что-то там вот есть. Что-то вот они все время сюда. Я не могу разгадать эту загадку, что их там волнует под этим кустом. Но они постоянно сюда приходят. Кто-то там живет. Пойдем, Марсик, все, побегаем. И домой. Уже там ужин Виктория приготовила. Пойдем, Марсюнчик. Ну, я тебя вынужден отпугнуть. Пойдем. Все. Погуляй, наберись аппетита.
Марсюнчик. Пошли. Крутой отпугиватель. Дима, огурчики видел? Да, я же сорвал. Поел? Что ты там? Абрикосы трясешь? Ага. Есть же специально палка собирать. Ну, ладно, я поэтому. Ну покажи, есть абрикосы, да? Да. А, желтенькие, да? Да. Ну, ты. Да, угощаю. Спасибо, я только не хочу. Не хочешь. Руки в тютине. Они еще зеленые. Кто? Они уже падают. Падают. Я трясу. А вон еще один лежит. Вот этот упал зелененький. Да? Ну, вон, вон. Где? Вон лежит, возле зеленого кустика. Вот упал. А. Огурчик, спасибо. Да. Нет, то где-то съесть. Это Дима себе набрал, да? Не, на. Не, не хочу, спасибо. Я только покушал. Вон еще заберите абрикоску. Да. Ну что, погуляли, пойдем домой. Марсик, Жорик, забирайте. Кричи. Марсик, Жорик. Марсик, Жорик. Домой, все, мы уходим. Я уже помогу. Все вместе идем. Молодец. Давай, вместе пришли, вместе а, уходим. Держи. Давай. Кушай. Давай, подержу огурец. Ну, забирайте, пошли. Все, погуляли немножечко. Марсик, догоняй. Марсик. Вкусный, первый абрикос. Ага. Ну что, завтра тогда купаться, да? Завтра я не знаю, будний день еще. Посмотрим. Ну, давай на выходной тогда. Все, насосы убрали. Марсик, пойдем быстрее, все, мы все уходим. Марсенчик. Все, уже все готово для купания. Лодку спустили. Насос убрали. Мешался. Вот эту рыболовушку поднимем. И все, можно будет нырять. Давай завтра. И нырнем. Ну, поныряем уже. Здесь. Откроем купальный сезон. Они-то уже открыли давно. Кто они? Дети. А где? А, ну они ж на морях-то. А мы на своих. На озерах. Ну что, Марсюнчик, все, домой. Прогулялись. Такая прогулка. Как мы ее назовем, Дим? Я больше не буду. Что-нибудь. Как это видео назовем? Сегодня что, четверг? Ну, четверг, да. Четвертная прогулка. Нет. Четвертная. Ну как, да? Ну куда ж ты мы яблоко дай, а потом сам в рот суешь. Все. Ну что ты так? Куда? Назад. Закрывается. Бегом, бегом, бегом. Бегом, бегом, бегом. Останетесь там до утра. Быстро выходи. Думай, как называете. Вышли отсюда. Ага, ты еще дальше их загонишь. Выходите. Быстрее. Вот они слышат, как два магнита друг к другу. Назови его. Ну, видео. Ну. Фруктовый четверг. Фруктовый четверг. Французский бульдог Марсик и Жорик. Фруктовый четверг. А. Да? А куда можно выходить? Или витаминный четверг. Вон. Лучше витаминный четверг. Ну подумай лучше. Как называется? Подержись, пожалуйста. Давай, подержи. Пожалуйста. В общем, решили назвать видео, знаете как? Французский бульдог Марсик, Жорик. Почти пятница, да? Поняли? Угу. Почти пятница или почти пятница? Почти пятница. И почти пятница, да? Почти пятница, да. Ну ладно. Видео почти пятница, почти пятница. На, Сёма, твою бутылку. Понял? Марсик. Почти пятница. Сами догадайтесь, что это такое. Вообще, надо было... Вот Марсик, да? А этого надо было назвать Баунти. Баунти? Да. Ну, что-то да. Еще там взяли бы какого-нибудь рыжего, назвали бы его Твикс. А если ММ Дэмс тогда еще? Ну, тогда надо было искать тебе какой-нибудь... Тогда что, красную собаку. Красную, да. Покрасить. Ну что, почти пятница.
Ну пошли. Лерок. Глянь, держи. Лерок. Взгляд грустный, опечаленный. Да. Ни разу не видел грустную собаку. Ну вот он у нас такой грустный лирик. Лирик. Печальный. Если бы ты знал этот лирик, сегодня с ребятами бегал по саду, там он с ними гуляет. Он с ними вовсю. Ну, точно не с Марсиком. Марсик его обижает. А можно его поэтому погладить? Он нагулялся уже. Вот смотри. Погладить? Да. Ну, хотя он такой, может и тяпнуть. Он. Его не знаешь, что на уме. Ну, гладь, гладь. Тихо. Все, погладил. Угу. Ну, грустный. Печальный образ. Грустный. Да, да. Глазки, глазки блестят, как будто слезы текут. Полный грусти. Все. Все, отойди сейчас стороночку. Только голову из будки высунул. Вот он так, такое ощущение, что он целый день сидит и грустит. А он целый день сегодня был в саду, это он просто уже отдыхает. А эти целый день на веранде лежали, вот с нами прогулялись немножко. Почти в почти в пятницу, да? Ну, идите! Так же мы называем? Почти пятница.